Учитесь думать разнообразно. Одна из главных проблем нашего мышления, точнее ошибок нашего мышления, заключается в том, что мы очень часто начинаем думать однообразно. То есть все время думаем одно и то же, одно и то же, одно и то же. Наши мысли начинают бегать по кругу. И естественно, пока мы думаем одинаково, мы и действуем одинаково. А ситуация все время меняется. И таким образом наше мышление и, как следствие, наше поведение становится чем дальше, чем больше и больше неадекватным ситуации. Поэтому надо уметь думать разнообразно, не шаблонно. То есть все время пытаться думать не одними и теми же предложениями, а другими. То есть если вы поймали себя на том, что постоянно повторяете в уме, мышление одну и ту же фразу, начните повторять, точнее не повторять, а произносить в мышлении другие фразы, стараться придумать другие фразы. И старайтесь подмечать шаблоны в вашем мышлении. То есть вот замечаете, что вы очень часто думаете одно и то же, тогда старайтесь, тренируйтесь думать что-нибудь другое в этих ситуациях. И чем более разнообразно вы будете думать, тем больше вариантов мышления у вас будет. А чем больше вариантов мышления у вас будет, тем больше у вас будет выбор, потому что вы сможете сравнить эти варианты мышления и сможете, соответственно, выбрать из них самый лучший. И все время придумывать новые, которые, возможно, будут еще более лучшие, чем те, которые были до этого. Поэтому думайте разнообразно, конструируйте в своем мышлении разные предложения, и тогда вы будете думать и действовать все более и более эффективно.